4 июня 1944 года. 1079 день войны. Сегодня севернее города Яссы войска Красной Армии отбили атаки противника и нанесли ему большие потери в живой силе и технике. На рассвете более сотни советских самолетов бомбардировали финские оборонительные позиции в районе поселка Старый Белоостров. Американская 5-я армия генерала Кларка заняла столицу Италии, город Рим. Из-за сильного шторма в проливе Ла-Манш операция «Оверлорд» отложена на 24 часа. Маршал Василевский покидает столицу, получив последнее указание от Верховного Главнокомандующего относительно своей работы по координации действий 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусского фронтов в наступательной операции «Багратион». В 16 часов дня маршал прибыл в штаб 3-го Белорусского фронта около городка Красная Смоленской области. Здесь также находился его собственный штаб и центр управления и связи с фронтами, ставкой и генеральным штабом. Вечером командующий фронтом генерал Черняховский прибыл к маршалу Василевскому и познакомил его с окончательным вариантом наступательных операций фронта. Более 3500 детей трудящихся города Калинин отдохнут летом в пионерских лагерях и на оздоровительных площадках. Для детей с ослабленным здоровьем организуется лечебный санаторий. Около 2600 учащихся старших классов в дни летних каникул примут участие в заготовке топлива, ремонте школ, работе на огородах.